двигайся. Press 20. Do it now. Нажми 20-й, быстро. Пошел. Наш ответ нет. Мистер Соза будет очень расстроен. Послушай, ты членосос. Кайзер Соза не существует. Еще раз упомянешь его имя, я тебя убью. Пустая угроза, мистер Китон. Я могу только предположить, что вы и так меня убьете. Мы знаем, что ты можешь добраться до нас. Но теперь ты знаешь, что и мы можем добраться до тебя. Я дам тебе один последний шанс все изменить. Мистер Соза, мой шеф принял решение. Он не меняет решений. Мы тоже. Вы убили Фенстера, но вы не сможете убить всех нас, прежде чем кто-нибудь из нас убьет тебя. Я вам верю, мистер Макманус. Действительно верю. Вы не были бы выбраны, если бы вы не подходили для этого дела. Но я не могу принять такое решение. Все, чем вы можете угрожать мне, покажется шуткой по сравнению с тем, что сделают со мной, если я не выполню свой приказ. Это я тебя убью. Просто хотел, чтобы ты знал. Мне очень жаль. Мистер Макманус, умоляю вас, мистер Китон, верьте мне, мистер Соза вполне реален и очень целеустремлен. Посмотрим. Прежде чем вы прикончите меня, мистер Макманус, вы ведь позволите мне закончить мои дела с мисс Финран. Что ты сказал? Иди Финнеран находится наверху в моем офисе. Мы собирались обсудить с ней дело о выдаче. Я попросил, чтобы она лично занялась этим делом. Она прилетела вчера. Неважно. Стреляйте, мистер Макманус. Ты врешь. Вы так думаете? Эскорт мисс Финнеран на то время, что она находится в Лос-Анджелесе. Ее не покидают ни на минуту. Я подумал, вы будете рады знать, что она находится в надежных руках. А теперь отдохните. Корабль будет готов в пятницу. Если я увижу вас или кого-то из ваших друзей до этого срока, мисс Финнеран претерпит очень жестокие мучения, прежде чем умрет. Так же, как ваш отец, мистер Хокни. И ваш дядя Рэндалл в Аризоне, мистер Кинт. Племянника мистера Макмануса Дэвида я, возможно, только кастрирую. Я ведь ясно выразился. Уберите два трупа внизу. Мы будем считать их обменом за мистера Фенстера. А теперь извините меня, джентльмены.